Дин кандин гайкир кури, майоши еланюр. Ханам юх паханам нингат муше улате. Ханте яс на лешатам, хоранг потратван лате пахулен лате. Потр совтулам ма, юнгвасан Юлиан Накава. Там катра ханте ар. Кондин немпи рутненхе эват. Тампа там есть Широтненко Вячеслав Кондин. Любера емас хансал лунтарат. Йом восмувална, тура маалотна, хувтелна, верушман, ханте паухаль мурат олопса, алилиман, групити йохненко. Каманарат любера лирамтам, нох хасалтам, палу йосель неверам пормас этертелли. Йохтам фино оград, ясна хастененхат эльте. Россия хонев хуват, рут ясна лунгати непекат, хасты фино оград, йом босна яха йохатсат. Ис ясен ширна, порайна, и анки, и аши еват, мухуват рутмам паларпилам мурат. И татимуса, ши руткут, нумман, финунгорске рутмурат, яха йохтелилат. Арсир версахат. Турома немпилотна рупите кушанин Людмила Алферова, Параиса Решетникова, Моингмур Эльте, Охаль Паханты, Ультишират, Алилслан. Там яха йохте епсына, Россия хоны вхуват, яха ульте, фино унград, рут ясынна, хасты вер постаса. Кацут мультасненхы, актыши епсы хоща. Рут ясын аскулайна няврем ультытатат. Рут ясынна лунгатты непекат хастытат. Айкулька стытат, висвер лырамты ученый мэнкат, пашивер ванман, шипеля рупите гушает. Югра классик нэм пилотна, юхта мур, яха акацает. Мур и шарт, ханты моншюкан этальтыса. Йом воскушанин Наталья Комарова волен ясен китас, йохтам руткут нунты, лунгты непекат хасты фина уград эльты. Мы проводим впервые под гидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, международной организации региона Северный форум, и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Сенкембер этальтыса, муван ненхат, юрнат, рупиттер сахат, волан мойлап сайтна, ненхат ишарт мойлап тасайт. Ай куртат на рупитте ненхат, хой рут ясн елеш туманул, па упат лалвотав ненхат, Еремей Айпин, па Мария Волдина. Все отдать земле и детям, впереди сердца и в души. Нет на свете доли хуже, чем отдать все это спину. Подархотна Еремей Айпин ясен туз, хоте Россия хонемна, фино унград, хасты ясна рупитте вер постаса. Палу Еремей Айпин шибер нох пайтаптасли. Буквально 31 августа зарегистрировали организацию, которую назвали Ассоциацией Хемногорских писателей. Нил постен вер сахат, подархотат, леша тысает. Ма индропитахем бильярским Ева Шмидт, чем не венгерка не выс, кюверм фольклорный центр, фольклорный архив, инчета марык. Ши оргна му ту ханжам мощта дарта, индрушазна и жверте тупа фольклорный сборник сверху. Майн робити інтабуляк ма верте верем ту тупі арт ханжі дейс. Чи арт арін ма зборніка верте. Ма там робити ненгелам па ідем мончит ханжат імі хіли одан і ненгем. А і ненгем
ханжель цирцир патапутрат. Мусти патап. Шит хойден? Шит Валентина Даниловна Гатченко. А то молог нынен? А то нынен каксный дыки Даниловна. Хулым хоят рупит ли ты? Ин мун белоярский филиал уже хоят рупит ли ты. А шит он бы сумтвош филиалы по мунши белоярский филиал уже ищи. Дерса, еще та Кашлатова Любовь Васильевна рупит. Ты ищи Смолин, Евайн, еще ханшин ты есть. Смолин, чем еще исполнитель, вуз, чем Шикен Мончат, ищи сборника Вятлин. Лампа севлика компат, сухша шиты. Даниил Васильевич Китаев сунгат хансам парыты арл. Лилангулам пурайлна округ радио хуват рупитас. Супьюхан мувна катравошна улам ухаль сурпи ханты. Ашель Василий Китаев. Пурайлна сэнк ямас нарас юхна нараслам нэнхэ. Шантасна шибер Даниил Ушман тэйсэлли. Ханты арат, хансам нэнхэ. Паевел Матрёна Китаева пильна арыслен. Мув ханцели им потарлал, арсар лотатна, касман, муван, саранның Светлана Сметанина Бухарова. Там ясно, но хасльтасли, палунгатты непек лейшатас. Началось все с детских лет, наверное, когда я выучила стихотворение Даниила Китаева о Катравоже. Расскажите. Рассказать это? Да. Где уральские гор вершины, бродят сказки по снегам, из ущелий, из лощины вытекает сопь юга. Здесь исток, но через годы он и сам с легендой схож. Ледяные катит воды до деревни Катравож. Катравож по-русски это значит старое село, но сюда свои приметы время щедро принесло. Вместо чума двухэтажные дома глядят в юган, и ряды антенн на крышах словно важных врага. Электрическое солнце раскроило древний мрак. Матанарта вдаль несется, сын югана, хан Трубак. Такое эпохальное событие все описывает, да, нашего села, какие изменения происходили. И вот работал Антон Николаевич Мазурик, работал заместителем директора в школе по воспитательной работе. Угу. А я тоже пришла в интернат работать воспитателем. И вот однажды мы с ним заговорили вот об этом стихотворении как раз. И мы решили с ним собрать материал о Даниле Васильевиче Китаеве. И, в общем, хорошо брат тогда, Иосиф Васильевич, поделился материалом кое-каким начальным, да. Но у нас материала немного было, и, конечно же, благополучно. Там были рукописи, мы их разложили, они стали хорошими экспонатами школьного музея, но не более чем. А вот в 22-м году я попросила свою папочку назад и попросила, что я вам все приведу в порядочек и обратно сдам. И когда я начала это все приводить в порядок, попросила Светлану Николаевну Нева, жительницу села Катравож, переводы мне сделать рукописи. Рукописи потом уже на хантыйском языке были. И начала вникать в его стихотворение. Вы знаете, я поразилась множеством талантов Даниила Васильевича. Как он многогранен, это вообще уникальный человек. Я так им восхитилась, что у меня вот такой земляк был. И о нем никто не знает в нашем поселке. Ну, может, какие-то малые единицы. Но дети же не знают об этом. Как мы потомкам что-то донести. Начала вот эту систематизацию делать. И потом до того увлеклась, что сейчас вот в сентябре буквально снова нашла еще рукописи. Где она вышла? Книга издательства «Ридера». Ну, оно как независимое издательство. В общем, и поэтому с этим издательством я уже работала так. И решила макет книги тоже издать в этом же издательстве. Вдохновение на меня, что ли, навеяло знакомство с людьми, которых я знала заочно. Теперь я их узнала уже очно. Это Нёмусова Евдокия Андреевна, Мария Кузьминична, милая, которой все аплодировали стоя.
Это такие прекрасные люди. С Викторией Львовной воочию познакомилась. С Анастасией Антоновной Шияновой, с переводчиком Китаева. В общем, Даниил Васильевич Китаев познакомил меня с этим, можно сказать, сверху оттуда он познакомил. Его нет в живых, но он познакомил меня с вот такими людьми выдающимися. Елен Ульте, Нижневартовский район Эвот, Йохта Снявром Ультете, Нинг, Тамара Гордиевна Казмкина. Те можно, вот мы класс выем, классный руководитель. Программа, карка мои. Не время тунуштелем Йондаксида, Кандалсайд, Сукуткарта. Уписир пьявит рот медведя, а рот медведя еще он подразделяется на несколько, ну там жители, потому что жил один человек Казмкин, и как бы от него пошли ветки в разные стороны. Есть ампутинские, это Каваун Пловты я, а я Шартник он у меня, это Ершов, жители Ершового озера. И муж у меня вообще он Апской, Аско. А как у него фамилия? Он Явров. Яворов. Яворов, да. Угу. Александр Григорьевич, Садзивата, Белоярского района. Тамисна, каман арат лотатна, кус потарла, руд язан, елаштейте верат, патупсемна ныла. Шивер пела, кушает, вулангер антейлат. Ненхы, лувьяра кембальна, лувьюральна, палубурайлна, шивер елаштурлле. Ин унуша нявремат юрн руд язан антхурдантет ансаш юрн да а школа не ищи факультатив шир ханты язан мы охал язан уртет шир ин там унуша мы тейду мы ханты газетова а тут лим хой мун кушева юхт шельта по радио ханты телевидение ванты югорское государственное университет куша сырышек ханты по бухоля охал язан шир хашты юхтешется Утте ты ёх лещатся, а инче там лещатся. Даже Ханты-Мансийский педколледж ищи, туп Герцен хуща лещат. Ширна мупа дэва щит унуша. Анграфена Сопачина, ельтахот опрашли песикова. Сургут мув хантет ясын на потартал. Ищи ты, люв му верна там ясна, ясын унты ты вер, щуктат мантал. Ёрн явно нокон дэбэй финансирование мэтэнтэн. Она тема, что янский не что сургутский диалект, он что-то кичество. А это финансирование вагон темпака, это курсы, то термит. Моим душем, как мута и уже вагоши, то, что курсы того читали. Мун Никашульте ханты нэнкалу, сэнк мосман тайлайр, ён вос округна. Вос хулина, ма и пулян хулым хантымур ученый пильна яха йохты лысым. Галина Нахрачева пильна, Анастасия Сязи, па Виктория Сязи пильна. Хуслюв энам тененхат, па там, нух ашхульты, нум мувна, ло васат, ученый вер, нух пайтап таман таэлят. Однокурсницей Сирасховой Мариной Евгеньевной ехали вообще поступать в Тюмень и каким-то необыкновенным образом ехали сюда, чтобы попасть в Тюмень, но почему-то до Тюмени мы так и не доехали. Увидели здесь университет, узнали, что здесь через 2 дня проходит экзамен по английскому, по немецкому. Пришли, сдали экзамен и поступили. Уже через год после окончания университета, работая в Апсковгорском институте, пришло как бы желание, да, все это вылилось в диссертацию. Ну, работаю над глаголами различных семантических групп. Вот, собираем материал по уральскому, по шурышковскому, по казынскому, ну и чуть-чуть по сургутскому. Пугнаутно, педучение науки сам, шертапа, шитаеца сам, тыехатцам, тата ветта дунки сам, антыясам, унтаты исследовайки вер татаватцам, вот и лирам, вот и лирам, ясне вехте, щитурум. Мане миши сенку умыш питас, щиты касы, кас. Ма еще питцам тато едж ухтыты, аспирантура айна. Шерта па патсем. Парные слова антийского языка, щит
Пилан ясно. Мулохор пишет ясно. И менган, и кенган. Потом усат, хорсат, чимш. Кат ясно, что яга кунтедав, да, чимш ясно. Один на номусом, чимш ясно, сымат. Шетта пунты, хасты пицца там, хасты. Бочатцам будем сот монтас, чем еще ясно, ну яснее. Это ну юнгтон монас, который ма кандидатской диссертацией как всем. И холодно ща сотким ясно, холодно бочатцам. Доктор пела верен алам ты учили нанта, но мастайлен чем еще. Тут так удоки, маса хасду едешь. Нагвандлен, калан ход не нам сан па, ши ши верен такле, ши улеп сан такле, ан море мала енте та. Аш по море мадаем, касан дун витаем, яхты, пунте верит там, апчем коже яхтам, ши кевна янхан, яхты дедам, касан дун яхт янхан дедам. Його янхан дедам, омедам айши там коже яхтам. Пункты верят нам, что пора еще поехать. Для меня это очень почетная миссия, так как все свои студенческие годы я очень трепетно относилась к его творчеству, и до сих пор это отношение у меня сохранилось. И я вообще очень рада тому, что... Мы хотели бы сказать, что Виктория Сязи и мы хотели Шитом пина Венгрия хоневат йохтелием ученый Ева Адамовна Шмитеват ям потар лунтас. По шитом пина нётар луму в нэн хлалэльты хансапсылар книга шырна лэйшатты. Литераторов и исследователей в Ямалницком округе нет. Тех, кто бы объединял авторов, кто бы им помогал, кто бы молодых авторов наставлял, кто бы говорил, как писать, что писать. Авторы пишут, создают тексты, издают самостоятельно сборники на свои средства. У них никто не проводит там популяризацию их творчества. И благодаря только соцсетям узнаешь о том, что, оказывается, этот автор опубликовался, вот этот. На Ямале пишут на хантейском языке и их потом переводят на русский. А здесь уже совсем другая тенденция идет. И это прям четко отличается да. В этих двух округах. Версии из улунских ханты, языком которых я владею, что кусочек земли достала птица, которую по-хантыйски зовут лун, ли. Куда пошла расти земля, сначала ханты-мансийский холм вырос, потом вся остальная земля, так что жизнь начиналась от нас. Вот эту традицию мы тоже помним. И вот там миф, сказка, песня, все начинается от писателя, от литературы, от той энергии доброй, которая прежде всего есть у писателя, которую получают через его книги наши читатели. Россия Хонеевна, Арсер Муркутне, Финунгорский Рутмурат, Испора, Руткут Нумман, Итта Тимоса, Яха Катлишман Уллет. Хатащукат Кепа, Омиаши, Мойлаптам, Унглем Пунсам Ясенна, Няврем Лупильна, Потарман, Лунгатинепекат Хасман, Шивер Сахат, Ямверт Лешатман, Няврем Лу, Шипела Унглтаман, Шипорайна, Кус Вульмур, Кусымлен мур, яснал тайман, елеш ул. По ульты мувал, ши верална, хорамлалли.